Хейш, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть The Walking Zombies. И в данный момент у нас сразу же, ребят, есть вот такая вот пушка, я ее прокачал еще немножко, вот здесь вот урон увеличил. И теперь мы просто с вами должны быть супер-мега сильными, просто невероятно сильными. Ну что, пробуем? О, кстати, мы же здесь спасали ребенка в этом городе, да? Прикольно. Сейчас будут новые зомбаки по-любому, я не знаю, мы сможем убить с одного выстрела? Ну, с одного выстрела вроде бы не убиваем, но... Да, с двух выстрелов мы можем убить этих... Ой, красиво. Как же он стреляет даже. Приятно, звук. Я не могу попасть. На таком далеком расстоянии. Если бы я мог целиться, это было бы абсолютно другое. Другой разговор. Пускай подходит поближе тогда. Я готов с ними поговорить. Ну, слишком просто теперь стало. Но опять-таки, ребята, чем дальше мы заходим, тем сильнее оружие, тем круче все происходит. То есть, да, до следующего босса, конечно, еще, ребят, как до Китая. Я не знаю, успеем ли мы сегодня все эти миссии пройти, которые ведут к этому боссу, и сыграть, посражаться с боссом. Хотя просто миссии пройти, а потом уже в следующей серии, да, с боссом сразиться. Вау, ты что такое? Офигеть, вот это сейчас жестко было. Видели? Спортсмен какой-то побежал на меня. Офигеть. Блин, а вот, кстати, спортсмен довольно-таки сильный был. У него, видимо, защита, шлем вот этот вот, он спасает его. Не знаю, действительно ли это так. Но тогда я вижу смысл, ребят, прокачать тогда за 28 тысяч еще урон. И, в принципе, мне все остальное... Хотя и можно до максимума уже дойти. Нормально. Сейчас, наверное, так все три... О, все две волны так и будут, да? А нет, пауки какие-то пошли. Ой! Пауков могли и не пускать. Пауки слишком простые оказались. Так, ну давайте это прокачаем. Все, у нас полностью прокачан автомат. И теперь осталось лишь ждать того, когда у нас будет максимальное количество денег для того, чтобы купить новое оружие. Блин, они так ползут, как будто, ребят, у нас в ушах ползут, они... Они в этом. Не в игре. Прямо очень, как будто близко. Ну чё? Всё, конец? Где ещё? Слева пойдут. Уже слышно, как будто они в ушах ползут. А, нет, вот справа тоже идут. Готово, хорошо. 20 с чем-то тысяч мне дают за эту миссию. Прокачивать уже нечего. Мы опять-таки будем сейчас спасать ребенка. Я думаю, сейчас будут пауки, да? Не уверен, конечно, в этом, но мне почему-то подсказывает, что именно так. Ну и господи, я угадал. Куда вы так лезете-то такой компашкой? Офигеть, компашка у них. Видите, можно даже им в голову не стрелять, а просто попасть в лапу, и они уже умирают в любом случае. Но в голову лучше попадать. Почему? Потому что... За это будет давать больше бабла. Я думаю, так все это знают. Не. Слишком просто. Малыш, не беспокойся. Мы спасли тебя. Да, неплохо. Неплохо. Так, следующее оружие, наверное, будет стоить у нас, получается, опять-таки, в два раза больше. Уже 800 тысяч. Перезаряжаемся. И заряжаемся, у нас скорость вообще максимальная. Так. Ой, справа идут. Слева не идут. Теперь идут. Ебой! Мы, кстати, до сих пор сидим в инвалидной коляске. Прикольное еще такое место. Спрятанное, знаете.
под этими. За как их они называются? Ограждениями этими находимся. Чтобы нас зомби, если и напали, то максимум, что могли сделать, так это ударить. Ой, голова отлетела, нифига себе. Вали отсюда. Ну, блин, а где огромные толпы зомбаков? Сейчас, по-моему, это самое лучшее, что могло быть, что могло бы со мной справиться. Уж как вы будете со мной справляться без толпы зомбаков? Ой. Ну ладно. У вас получилось. Если у меня такое сильное оружие, к тому виду. Успею перезарядиться. Надо сначала правого, наверное. Потом левого, потом еще правого. И мы победили. Восемьдесят девятый день. Вообще, на самом деле, ребят, без понятия, сколько здесь дней. Но, скорее всего, около сотки, да? Так. Видите, когда одного зомбака убиваете, и за ним стоит второй, у вас есть огромная вероятность того, чтобы вы попадете не в того зомбака, в которого вы стреляете, а того, который уже мертв. Пока он падает, блин. Вы попасть не можете. Точнее, попадаете именно в труп. В труп трупа. По сути же, зомбак это и есть оживший труп. Значит, вы будете попадать в труп трупа. Дальше будет арена, опять-таки, тупая, видимо, опять. Я их не люблю. Я думал, то, что арена будет какая-нибудь... То, что вы будете по ней бегать и убивать всяких уродцев. Но здесь, видите, это не так работает. Будете толпы зомбаков валить? Нет. Здесь это не так. Заряжайся быстрее! Ой, долго. Эх! Если бы не такая долгая перезарядка, на секунду бы меньше была, я бы успел вообще без проблем бы, без урона, все затащить. Сейчас арена, ребята. У нас будет какое-то достижение, когда мы пройдем 100 уровней. Интересно, что же за достижение такое? Показывает то, что на меня уже бегут зомбаки. Вот как мне с ним сражаться? А, я, кстати, с двух ударов его убиваю. Ну, видите, опять-таки, 10 зомбаков максимум я смогу сейчас убить. Если не меньше. Даже меньше, видите. 7. То есть на меня нападают с нескольких сторон одновременно, и поэтому больше, чем 7 я не смог убить. Но это, не знаю, бессмысленный, абсолютно бессмысленный уровень. Зачем эти уровни добавили, арена? Непонятно. Это кто такие? Здрасте. Вы откуда? Такие взялись. Видите? Что это такое? Зомбаки с маленькими головами. Консьержи, блин. Прикольно. Хоть что-то новенькое уже пошло. Интересно. Видите, у нас как была еще одна граната. Последняя. Так она и остается. Я не знаю, когда я буду ее тратить. Когда-нибудь, наверное, придет время. Как попасть тебе в голову, дружище? Научи. Ну, они успеют оба ударить. Изи. Видите, эти чуваки доходят, потому что у них маленькая голова, хитбокс маленький, попасть в голову сложнее. Они доходят, и, разумеется, это дает им возможности
атаковать меня один раз. То есть вот издалека я в них тяжело попасть именно в голову. Ну, кстати, одного я убил. Прикольно. Ну, зачем стрельнул в бочку уже? Да это не нужно было делать. Окей. Успел, да? Я их засранец. Еще один. Ебой! Слишком просто, несите новых. Ребят, вот босс. Ладно, проспойлерим. А там дальше уже какой-то... А там все равно, да, будет миссии также продолжаться. Будем смотреть, что там. На самом деле интересная игра. Я люблю такие игры, я не знаю, может быть, вам не нравится кому-то, но я люблю такие игры, в которых можно просто спокойно позалипать, поубивать зомбаков, ничего ходить не надо, париться не надо. Окей, успел. Только один успеет ударить. Еще паучары. Нет. Успел. Еп. Успел. И тех, кто спереди, и тех, кто сзади, и слева, и справа, без разницы. Я хочу, ребят, дойти в этой серии до босса все-таки, посмотреть, что за босс, насколько он силен. Ой, нифига себе, здесь скоростные спортсмены пошли. Это уже интересно. Побольше бы их поставили. Они с одного выстрела умирают в любом случае. Мне кажется, вообще с любого оружия, которое здесь есть в этой игре. Я проиграл. Они успеют ударить. Я на самом деле думал, что не успеет. Видите, все равно не смог. Перезарядка слишком долгая. Окей, ну в любом случае прикольно. Окей, 97 уровень, 97 день. На. Если бы я еще попадал в твою голову, было бы вообще классно. Окей. Еще один удар. Пропустил. О, нифига себе, я его завалил без удара. Ну и все, даже меньше 50 у нас не будет. Неплохо. На, до конца уже тогда буду тебя валить. Так, у нас 98 день, ребят, 2 уровня. И мы с вами увидим, что же там за страшный босс будет против нас. Что за звуки-то такие? Да, они издают эти звуки. Спортсмены. Быстрее, 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 быстрее! Е. Трипл килл. Сейчас, наверное, самый сложный будет уровень. Из всех, которые были у нас до этого. Хотя 16 бойцов всего. 16 противников. Здесь идут пауки, я их слышу. Перезаряжусь. И это все, на что вы способны? И это просто все. Ну что, давай, босс, надеюсь, ты меня не разочаруешь. Кстати, 600 тысяч стоит всего лишь следующая пушка. Нам всего ничего осталось. По сути, если мы возьмем бонус, то у нас как раз таки будет нужное количество. Я думаю, что с этой пушкой мы даже его завалим. Мы посмотрим, насколько он силен, насколько он сложен. Воу!
Нифига себе. Здесь еще будут другие чуваки идти помимо него. А, пауки идут, ой, господи. Как я вас не люблю. Он спрятался куда-то со здания. На. Что такое? Летит? Сейчас он передо мной окажется, видимо, это уже начнется отсюда настоящий файт с ним. Несерьезно, это несерьезно, нет! Пипец! Нужно было мне начать перезаряжаться именно в тот момент, когда он кинул эту фигню. Где? Так, сейчас главное с этими засранцами разобраться, потом уже с боссом. Я не понимаю, где босс. Он сейчас стреляет меня чем-нибудь сейчас? Бросается? Последний паук и все. Я тебя не боюсь. А, все, он идет на меня или что? Ну не, кажется просто. Ладно, боюсь, боюсь, не надо идти на меня. Не надо идти на меня, я боюсь, я пошутил. Говнюк. Еще один раз чем-то кинет меня. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, мне конец, ребят. Он с одного удара меня убьет, интересно. Нет, не убьет. Че такой сложный? процентов ровно хп. Лох! Слабак, дрищ! Нифига себе денег-то! Эх, выстрела в голову было побольше, было бы, конечно, покруче. Но, видите, по нему сложно выстрел в голову делать, как-никак. Окей, я покупаю, ребят, новый ствол. Это UMP-шка 9 у нас, вроде бы, если не ошибаюсь. Классно! Классно. Мне она нравится. И, возможно, даже здесь прицел работает, потому что, видите, он светится. Хотя здесь у всех было так. То, что светился он, а нифига не работал. Урон 5000, то есть гораздо больше, чем здесь. Здесь даже в прокачанном состоянии он был 3300. Здесь у нас 5000. Я сразу думаю, что здесь стоит прокачать раз, два. Это. В принципе, все я могу прокачать, наверное, мне денег вроде бы должно хватить. Перезарядку, разумеется, до максимума. Точность огня до максимума. Урон. Да и боезапас до максимума. Урон уже... Насколько хватит, видите. Ну все, на этом мы закончим. Следующее оружие уже будет посерьезнее. Уже будет, как? Серьезная артиллерия. Надеюсь, вам, ребят, нравится игра под названием The Walking Zombies. И мы продолжим проходить ее до конца. Там осталось, я думаю, всего ничего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписывать паблик ВКонтакте. Ссылки в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр. С вами был Лекс. И всем добра.